еще один момент. Бучельников, гол. Ага! Вот так вот. Только мы сказали о том, что нет набранных очков у Бучельникова. Как тут, как тут. Смотрим, как эта атака начиналась. Глотов, длинная передача под синюю линию. Там Бучельников, Хайрулин. А, ну здесь просто вложили в клюшку Бучельникову эту шайбу. И сделал это Галимов. Ну, умница. Галимов 1+1 сегодня. Бучельников молодец, расстреливает ворота. Без вариантов, конечно, для «Адмирала». Здесь по частям разобрали эту оборону.